Всем привет, дорогие друзья, сегодня я вам хочу показать новую бету Майнкрафта 1.11.0.20. И первым, то я хочу сказать, извините, что я снимаю в этом скине. Просто мой скин не загрузится в эту бету, и пришлось снимать в таком виде. Самая главная новинка этой беты – новый биом «Маговые болота». В этом биоме вы найдете новые виды деревьев, новые блоки и новых мобов. Тут спавнится только два вида моба пока. Это ягушка и пчелы со своими гнездами. Ну как нам добавить новые идеи? Нам добавить его садить. Его можно посадить в горшок. И также осмотрим сейчас текстуру магового дерева. Посмотрим на его кони. Как нам добавить новое дерево? Значит, добавить возможность делать из него доски, ступеньки, полубоки, забор, калитку, двери и кнопку и наземную пету. Еще добавить лодку с сундуком из магового дерева. Еще одна новинка – новые боки. Нам добавили бок грязи. Его еще вид бока. Бок грязи с конями. Еще можно скрафтить еще один вид этого бока. Усиленный грязь и укрепленный грязь. Для крафта нужен бок грязи и семница. Так он выглядит. Если вы сложите 4 бока укрепленной грязи, получите крепить из грязи. Из этого помощью камней чёса вы можете скачать из бока крепеца из грязи ступеньки, боки и ограду. Из грязи. Наконец я могу посмотреть на этот данс. Как я пропустил прошлую бету, где нам добавили длинный год и назирателя. За это я прошу прощения, то я не свой обзор на эту бету. Я сейчас попаду испариться. Расскажу кратко по этот данс и по моба. Начнем смотреть длинный год. Нас встречает вот такой кидой. Ведущий нас в центр этого города. В центре стоит большая статуя главы Вандена. Как видите, я там стоят колонны с лампами. И на лампах стоят скалк с сенсой, залитой водой. Это было печально сделано до того, чтобы скалк с сенсой не передавал сигнал к скалку-куну, чтобы он не призывал Вандена. И назирателя, ибо хранителя рядом с этой статуей лежат очень много сетей. А снизу горит огонь душ, и под огнем лежит почва душ. Это первое место в верхнем мире, где можно достать почву душ, не ходя в нижний мир. Наверное, каждый заметит эту большую рамку в лоту этой статуи. Это состоит она из нового бока, усиленного глубинного солнца. Самое интересное, что он не ломается ножами,
И, ну, у нас его возможно сломать, но не выпадет, как и не выпадает на завье. Ну, он не и не ломается там никак. Его может сдвинуть только поршнем. Некоторые думают, в интернете, то это новый портал. Тогда, если это... Ну, давайте не стоит таких басик надеть. Но только если это окажется падой, этот дан станет очень-очень ценным. Теперь посмотрим на другие структуры в этом городе. Колонны, как видите, на них есть скалк, вот там, и снизу висят фонари душ. Такой коридор с большим количеством сердцами и... Как этот блок называется? Поигрованный... Как-то... Базайт, вроде. Идут такие переходы, уластные коридоры, некоторые на вершину поднимаются тошки. И как видите, нанизу изит света целая шесть, чтобы заглушать весь шум, чтобы вы были более-менее безопасности. Эта структура называется портал. Этот структура очень похожа на голову Вада, то вы находитесь в центре этого года. Наверное, подумали в интернете, когда вы идеи названия этой тук-тукой, по как называется портал, возможно, в центре этой рамки это портал. Мне кажется, это просто магийная петля. В этом городе есть безопасные и опасные зоны. В этих зонах есть сундуки с сокровищами. Но чем безопасной зоне, тем хуже лут. А тем опасной зоны, тем получше лут будет. Вы в этом данже вы можете получить кроме лута сундуков. Скалкбоки, конечно. Фонари душ, почву душ и черепа скелетов. Сету силую 6, свечи и лампы. Давайте посмотрим на нового моба Вардала. И если переводить на русский язык, хранитель. Назиратель, Стас. Мне больше нравится перевод хранитель. Чтобы призвать нашего Вардала, надо просто пошуметь. Вот здесь как культурно. Вау, какая была крутая анимация. Ну что сказать по этого моба? Текстурка у него... Вау. Ну, он глухой, идет на источник звука. Еще, как видели, он еще может нюхать. Если вы будете находиться там близко, он может вас учуять. Ну, как показали видео в Майнконе, его можно ответить сисками. И стрелой. Как видите, вы услышите его и увидите анимацию атаки. Поэтому с спины. Он атакует любой источник шума. Будь это другой моб, и я не знаю, музыкальный бог.
У этого моба очень сильная атаки, и у него очень много единиц жизни. Он такой мощный, что я его подпишу к боссам. Этого моба сделай, чтобы игроки боялись, и даже не добавили ему допками опыта. И плюс, мне очень нравится этот моб. У него крутые анимации и крутая механика. Мог просто опупеть. Если было голосование на лучшего моба, он легко победил. Вы только что видели анимацию, как уходит Вардер. Если вы не будете тревожить его, то есть не убивать, не шуметь, просто тихо сидеть где-то, он просто заложится в землю. Вот конец обзора на бету 1.11.0.20 и краткому обзору на этот данс и на хранителя. Еще раз извините, что я снимаю в таком скине. Ну, всем пока.